Рыжик нагулялся вдоволь, теперь посплю. Да куда здесь поспать? Бетховен ходит. Бетховен так шосткошерстная. 16 лет Бетховену, но все везде хочется знать. Пойду вниз. А Рыжик, ну чё пристал? Дай отдохнуть. Я только что набегался. Иди. Давай поиграем. Ну, давай играть. А я хочу спать. Отстань. Хочу спать. Ну, чё пристал? Спать хочу. Давай играть. Нет, хочу спать. Рыжик — это кот, который залижет. Рыжик, не приставай. Ну, Рыжик. Ну, ладно. Любвеобильный кот. Рыжик — это любвеобильный кот. Сделаю тебе массаж. А здесь друзья. Хотим гулять. Гулять хочется. Гулять. А я хочу спать. Мне хочется спать. Отстаньте, не приставайте, пожалуйста. Бетховен. Светишь своей лысинкой. Иди гуляй. Дай мне поспать. Ну и вот. Никак не дадут. Не дадут мне поспать. Никак. Иди гуляй, Бетховен. Отстань. Ну чё пристал? Дайте поспать. Погода нелётная. Хочу спать. Ну, пристают и пристают. Приставучие такие. И Бетховен здесь бродит. А ты все просишь. Ну, все тебе хочется ко мне тоже поприставать. Ну, ладно, сделаю тебе массаж. Только отстань. Приставучие такие. Давай играть. Сделаю тебе массаж. Тем более, что мне самому нравится это все. Так, а теперь пора погонять. Итак, кто там бегает? Какой-то листик. Вот интересно. Будем играть? Я спрячусь. А ты ко мне лети. А ну-ну, что там? И кто же это там такой? Сейчас узнаю.
И там кто-то бегает. Поймаю. Я тебя поймаю. Листик оказался. Неинтересно. Посмотрим здесь кто. Будем играть. Не хочешь меня догонять? Тогда я за тобой побегаю. Ну дайте мясо. Хочу мясо, телятинку. Иди мышек лови. Нет, не дай мяско. Кутусь, а ты чё пристал? Я тоже хочу. Дайте мне, вкусно очень. Люблю мясо. Мясо обожаю. Тем более, когда оно такое вкусное, свеженькое. Это тебе. И мне дай. И тебе, пожалуйста. Ну, с руки кушай. Не хочу. Хочу со своей лапки. И что же там у нас в коробочке? Ленточка. Вот что-то. Пилочка. Она такая же, как и мой язычок. Вкусно. Еще что-то есть. Мне интересно. Все-таки я хочу спать. Хочется мне отдохнуть. А вы все пристаете ко мне и пристаете. Вот погладь меня, пожалуйста. Вот так я люблю. За ушком. Мур-мур. Мур-мур. Боюсь щекотки. Ну, боюсь щекотки. Не трогай меня, пожалуйста. Носик у меня. Ну, боюсь щекотки. Покусаю тебя. Вот тебе. Потому что я боюсь щекотки. И на задних лапках боюсь щекотки. Опять покусаю. Ну, пристали. Дайте полежать. Спокойно. Все, спим. Ну, пора и умыться. Я чистюля.
Люблю умываться. Надо, надо умываться. По утрам и вечерам. А не чистым трубочистом. А я люблю умываться. Вообще-то я любвеобильный кот. Залежу до смерти. Обожаю, всех люблю. И себя облизывать, и хозяев. Попробуем на вкус, какой этот пальчик. А мы гулять. Дашка, идем гулять. Радости сколько! Гулять! Прых! Прых! Скок! Ура! 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 Гулять! 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 Да, забыла. Поводок. Буся тоже хочет гулять. Я тоже маленькая девочка, люблю гулять. Залежу. Меня возьмете с собой? А я вот так умею. Я умею танцевать. Вот так вот. Потанцуем? А что ты мне за это дашь? Вот я танцую. Вкусняшку дашь? Тогда буду танцевать. Давай вкусняшку. Ну ладно. Идем гулять тогда. Идешь со мной? Ну идем, пожалуйста. Ну пошли погуляем. И что же там такое интересное? А вроде бы как носки. Это носки Никиты. Может поиграть с ними? Ну, сейчас подумаю. Наверное, все-таки надо с ними поиграть. Ну-ка разберусь. Интересный такой носок. Играть или не играть? Что-то не хочется. Ничего не хочется. Пойду-ка я в вазу поиграю. Хрустальная ваза. Интересно, что-то там интересное. Ух, какой мячик. О, ну это уже более интересно. И внутри что-то есть. Скажи. Да, вот. Вот это уже... А там Бетховен. А там Бетховен кушает. Нет, как-то не хочется нарываться на неприятность.
Бетховеном. Нет, пойду все-таки. Вот тебе. Ну вот, можно все-таки и с носком теперь. Куда он одевается? Может, на нос? Может, на ушко одеть его? Хороший носочек. И играть с ним интересно. Нос клубочком лучше. Надо лапку полизать. Кто ко мне? Ниточка какая-то тянется. Интересно. Что это такое? Надо узнать. Он как на вкус? Нет, несъедобно. А вот поиграть можно. Вот какой мячик прелестный получается. Щекотно. Немножечко щекотно, ну ладно. Но все-таки интересно. Бегающий мячик. А здесь шарик. Тоже можно играть. Оп. Ну, такая красивая игрушка. Никто не хочет со мной играть. Сам поиграю. Будешь играть? Ты будешь от меня убегать? А там моя подружка сидит. Это Буся. Откройте, к Бусе пойду. Буду с ней гулять. И все-таки еще раз я в вазу посмотрю. Может, есть, есть, есть. Это мой мячик. Это моя любимая игрушка. Кто ее положил туда? Не знаешь? И я не знаю. Нет, все-таки мне больше нравится вот эта игрушка. Я положу на место. Нет, она там не должна лежать. Я люблю играть этой игрушкой. Такой интересный мячик. Убежал. Нет, я все равно поймаю. От меня никто не убежит. Как интересно играть с такой игрушкой. Если бы еще кто-то ко мне подключился. Ну, попробую позвать друзей. Кто там? Кутусь пришел. Ура, у меня есть компания. Играем в футбол. Дайте поспать. Хочу спать.